Химках приступили к работам по санитарной очистке пожарных водоемов. Это коснется Луневского сельского поселения и Кутузовского. Всего должны почистить 39 водоемов. Все пруды должны быть очищены, все пруды должны оборудованы подъездными площадками и пирсами для установки пожарной техники для забора воды в целях пожаротушения. Такие площадки нужны для проезда специальной техники, иначе машина просто не сможет вовремя подъехать и потушить пожар. В Луневском и Кутузовском работы по очистке прудов, по словам жителей, не проводились уже 5 лет. И берега сильно заросли густой зеленью, сверху водоемы затянулись ряской, а на дне залежи крупного мусора. Будет вычищена береговая линия от сухостоя, удалены деревья, мусор, грязь, которая препятствует забору воды. Очистка прудов – это не варварское уничтожение зелени и деревьев, а грамотная работа специалистов. К обсуждению вопросов, которые касаются расчистки водоемов, подрядчики приглашают и жители. Если люди просят сохранить растения, то их оставляют. Взаимодействие с жителями происходит на постоянной основе. Не все жители сразу понимают, какие работы, какой объем будет работ произведен. Кто-то переживает, что пруды могут быть отданы в аренду для разведения рыб или для каких-либо других коммерческих целей. Поэтому ведется разъяснительная работа. Жители понимают, что ухоженный пруд – это прежде всего стратегический запас воды на случай пожара. И сейчас остро назрел вопрос их расчистки. Пока вот из деревни доедешь до поселка там или куда-то для того, чтобы заправить машину, а вот здесь, вы сами понимаете, вы же видите, берега были все заросшие. И невозможно было ни кинуть ни шланг, ни включить помпу, ничего. Надеюсь, что сейчас, после того, как вот пруды и береговая зона будет очищена, будет намного проще. Машина может в любой момент к любому пруду подъехать, заправиться и ехать тушить пожар дальше, не тратя по 30-40 минут на заправку. Потому что это в первую очередь это забота о нашей безопасности. Александр Азаров, протоиерей Покровского храма, очень рад изменениям к лучшему. Вместе с прихожанами готов активно участвовать в благоустройстве территории возле пруда. Мы сейчас с местными жителями стояли, обсуждали. У нас есть идея запустить сюда рыбу, уже которая будет экосистему нашу очищать. Это уже в нашем Химкинском округе происходит. В субботу оно будет происходить. Мы тоже посмотрим, как это мероприятие проходит. Также попытаемся здесь поучаствовать в нем. Мы будем развивать это место как уже место отдыха. Поставим лавочки здесь. Очистка прудов в Луневском и Кутузовском поселениях продлится до сентября этого года. После приступят к установке пирса. Всего в городском округе более 100 водоемов.